Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о безопасности газового оборудования. Документ предполагает, что все сети в индивидуальных домах и в квартирах будут обслуживать одна организация – газораспределительная. Она же обеспечивает поставку ресурса, что важно для потребителей. Услуги газоснабжения будут предоставлять только при условии обязательного техобслуживания оборудования. Наличие такого договора обеспечит доступ в помещение для необходимых работ, чтобы проводить их своевременно. А ответственность за аварии будет лежать на одной организации. Контроль за соблюдением требований по техобслуживанию возлагается на госжилинспекцию. По задумке, новый закон позволит заметно снизить количество инцидентов с бытовым газом.